Всем-всем-всем привет, ребята! Вы на канале Пиксель, с вами Андрей. И сегодня я буду рисовать эмочку по многочисленным просьбам. М4 автомат из CS GO. В общем, ребята, я беру черный фломастер. Эмочка сама по себе занимает 48 клеточек по горизонтали и 15 клеточек по вертикали. Вот такая вот здоровенская просто эмочка. Автоматик. Окей, смотрите, ребята, отсюда 8 клеточек наверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь клеток. Теперь в бок пойдет 12 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать и двенадцать. Тут отсюда пойдет раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь отсюда вот этой клеточки одна клеточка. В бок раз, два, стрис, раз, два, стрис. Раз, два, стрис и раз, два. И да, ребята, если вы вдруг за мной не успеваете, то обязательно всегда нажимайте на паузу, дорисовывайте, а потом продолжайте рисовать вместе со мной. Так, а я продолжаю. Тут отсюда пойдет 10 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Теперь на низ 5 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. С этой стороны я поставлю две клеточки. Тут поставлю на низ, пойдет вот так вот. Раз, два, три, четыре. Вот как бы от этой клеточки 4 клеточки на низ. Так, и в бок. Раз, два, три. Теперь опять раз, два, три, четыре. Тут пойдет две клеточки. Вот видите, их тут как бы на, одну, на низ пойдет две клеточки. Отсюда раз, два, три. 3, 4, опять 4 клеточки. Тут 2. Тут 1, 2, 3. В бок 2. И наверх 1, 2. Вот так вот, как бы легко и просто. Тут, тут мы поставим вот такой вот курок. Будет место для курка. А тут пойдет э, 2 клеточки. Еще раз 2 клеточки. В бок 2 клеточки. И наверх 2 клеточки. В общем, ребята, смотрите. Тут ставлю вот, тут, вот 2 клеточки. И тут поставлю раз 2 вот на эту клеточку внимания вообще не обращаем. Получается, смотрите, вот эту мы ее убираем. Я неправильно зашел. Вот эту клеточку убираем. Смотрите, тут две клеточки и тут две клеточки. Все. Вот сюда не надо заходить. Вот от этих двух клеточек. В общем, ребята, от этих двух клеточек должно пойти тут две клеточки и тут две клеточки. Вот эту не ставим, это я неправильно сделал. Окей, ребята, теперь тут поставлю, вот смотрите, тут пропускаю две клеточки. И тут наверх пойдет раз, два. В бок пойдет шесть клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут ставим одну клеточку. В бок теперь пойдет двенадцать клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать и двенадцать. Тут ставлю раз, тут ставлю два и на низ Раз, два, с три. Вот так вот все легко и просто. Так, теперь в бок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот от седого, вот от этой клеточки, ну прям с этой клеточкой считаем, 11 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И с этой стороны так же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И тут одна клеточка. В общем, все легко и просто. Если вы за мной не успели, то обязательно, ребята, сейчас нажмите на паузу. Вот так вот, нажали на паузу, дорисовали, рисовывайте, все Правильно. И начинаем вместе все это дело разукрашивать. Я начинаю разукрашивать и поехали. Теперь, ребята, я беру светло-серый фломастер. Но вы можете взять обычный карандаш стандартный, если у вас нету светло-серого фломастера. И смотрите, ставим тут раз, два, три, четыре. Такие четыре клеточки вот тут вот. Их сразу мы закрашиваем вот так вот тут. Хорошо. Тут пойдет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь клеточек закрашиваем серым, ну, светло-серым цветом. Так. Теперь Сейчас, на секундочку. Теперь тут две клеточки, тут две клеточки, тут одну клеточку. В общем, вот эту вот часть нашей обои мы закрашиваем. Вот так вот. Теперь тут пойдет одна клеточка, тут вторая, тут третья. Тут сразу две, и тут сразу тоже две. Их тоже мы закрашиваем. Вот так вот, ребят. И теперь берем темно-серый или просто серый фломастер, если вы пользовались вдруг Обычнейшим карандашиком. И весь автомат закрашиваем темно-серым цветом. Только смотрите, на эти штучки не заходите. Вот на эти светлые все. И ребята, выходит вот такая вот крутая М4 из CSGO. Если она вам понравилась, то, конечно же, ставьте ваши лайки. Также, ребята, не забывайте, что скоро выйдет видео с, с автоматом P90. Так что, ребята, подписывайтесь, ставьте ваши обязательно лайкосики. Ну а на этом все. Всем покедовки!